приветствую вас, дорогие друзья, на нашем замечательном YouTube-канале, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс. Друзья, сегодня мы проедем по двум open house в районе, который называется, это пригород Орландо, называется Доктор Филлипс. Это очень фешенебельный район, один из самых дорогих пригородов Орландо. Да. Находится на юго-западе от даунтаун Орландо и где-то минут 20 до сердца Орландо, Лейк-Иола. Этот город очень знаменит своей фешенебельностью, опять-таки, да, это очень здесь дорогущая недвижимость, здесь отличные школы, здесь очень много различных плаз с ресторанчиками, бутиками, и плазы здесь сделаны в таком, знаете, европейском стиле. В этот город съезжается все Орландо, особенно по выходным, по вечерам. Очень много различного типа ресторанов, гурме-рестораны, любая кухня, и японская, и китайская, и французская, и итальянская. То есть здесь реально есть где провести досуг. И днем, и вечером. А почему днем? В этом районе очень много публичных городских парков, где есть и теннисные корты, и выходы к озерам с публичным пирсом. То есть, если у кого-то есть джетски или лодка, пожалуйста, есть для публики доступ к озерам. И, кстати, здесь находится одна из самых больших цепей озер. Они соединены каналами, которые называются Lake Butler Chain of Lakes. Это 13 озер, и они все соединены. Очень круто, можно провести целый день на природе, если у кого-то есть такая возможность, как бы иметь лодку. Также есть площадки для собачек. Кстати, даже в площадках для собачек, это тоже публичное все, есть собачьи бассейны. О, да, ничего себе. Да. Очень классное место, очень много пешеходных дорожек, беговых дорожек, трейлс такие вокруг всего этого города. Опять-таки, я сказала, отличные школы, шикарное расположение до аэропорта, тоже минут 20 езды отсюда. В этом городе находится, помимо нашего популярного Publix магазин, да, находится Whole Foods, это знаменитая сеть магазинов органик по всей Америке. Да. Trader Joe находится тоже здесь. В общем, очень много всего интересного, и не выезжая даже за пределы города. Этот дом, который мы сейчас пройдем посмотреть, я расскажу вкратце о комьюнити, цифры по дому, и тогда мы уже зайдем, посмотрим. Дом находится в гейтовом комьюнити, здесь есть ворота, и все соседство построено вокруг гольф-поля. Да. Очень классное гольф-поле, и, кстати, за пределами гольф-поля уже начинается Universal. Здесь просто можно, честно говоря, пешком дойти до парков, этих знаменитых парков Universal. Давайте я тогда скажу, покажи, какие старые деревья. Кстати, да, доктор Филлипс очень славится, это старый район. Он начинал строиться там с начала прошлого века. К примеру, это комьюнити было построено в 1984 году, но также в доктор Филлипс есть дома и намного старше, и 1940-х, 50-х. И также есть чуть-чуть южнее, ближе к паркам уже Диснея. Это город очень большой, но чуть-чуть южнее уже застраивались более новые дома 2014, 15, 17, 20, но они уже будут стоить выше миллиона. Да. Мы, кстати, показывали один из таких домов. Ты можешь ссылочку поставить на тот дом. Он тоже находится в Доктор Филлипс, но там уже как бы, ну, цены немножко другие. Вот, мне очень сложно было найти до миллиона дома в этом городе, но вот два дома я нашла. Давай пройдем по цифрам этого дома. Интересно. Дом выставлен, он только что буквально два дня назад выставлен был на рынок за 550 тысяч долларов. Год постройки, я сказала, 1984.
Размер дома не очень большой, но достаточный, так сказать, 1718 квадратных фит. Угу. В переводе на метраж будет 160 где-то квадратных метров. Угу. В доме 3 спальни и 2 полных санузла. Здесь есть HUA, ассоциация, $250 в месяц. Есть комьюнити-бассейн, мы сейчас проедем, после просмотра дома мы проедем, посмотрим все, что нам предлагает комьюнити. Что еще, черепичная крыша очень красивая, кстати, да. По всему комьюнити, он выглядит как пряничные домики, да. Все вообще очень такое интересное, я обожаю черепичные крыши, они очень красиво смотрятся. Lot size? Да, кстати, очень хороший размер, 0,23 акра, mm-hmm. это достаточно большая земля, но задний дворик смотрит на гольф-поле. Красиво. Там нет границ, mm-hmm. забора нет, кстати, на гольф-полях не разрешают ставить забора, да. Заборы не разрешают. В этом есть и плюс, слышно. И минус, то есть плюс в том, что такое впечатление, что у тебя огромнейший бэк-ярд, даже больше, чем он есть, да, и все гольф-поле это твое, да. Вот, но с другой стороны, вот приватности немножко как бы не хватает. Согласна. В таких местах. Вот. Ну, давайте пройдем. Здесь у нас брусчатка. Да. Гараж на две машины. Угу. Дом, кстати, блочный. Классно. Полностью из блока, да, черепичная угу. крыша. Ну, ой, сегодня погода вот шикарная. Такие прям пряничные домики. Ага. Да, домики милые. Пряничный. Друзья, так как у нас сейчас мы заходим... Open House, да, там может быть народ приходит, уходит, так что мы не будем очень громко говорить, да. Вот, и нас могут тоже заглушить какие-то голоса. А посмотри, здесь двери двойные, вот это, кстати, двойная дверь, да, кстати, такое бывает, кстати, да, ты обратила внимание, интересно, да, двойная дверь, широкая, угу. невысокая, да. Так, здесь у нас это Крис. Here is Chris. It's my colleague. So, значит, здесь мы проходим плиточка на полу при входе. Интересная такая. Chris, you don't be shy, please. На полу ламинат и очень-очень высокий потолок. Да. Высокий потолок. Такой, очень приятно. Сразу ощущение... Пространство, да, создают? Да. Вот, гостиная небольшая. Ну, но все понятно, в ней уместилось. Что, да, 1700 квадратных фит. Да. Достаточно, в принципе, даже диван до даже телевизора. Диван хороший, да, хорошее расстояние. Бывают гостиные угу. меньше. Ну, вот потолок дом здесь, смотри, очень аккуратненький. Высокий. Посмотри, какие барные двери. Так. Ух ты, да, смотри-ка, украшения прям. Дома. При здесь входе. У нас, а я там? Так понимаю, возможно, одна из спален, да, получается. Да. Но да. сделали здесь, обустроили как офис. Да, здесь пока обустроено как офис. А что там у нас? Ну, вообще это спальня. Это гардеробная, да, вот. Да это ага. спальня, это гардеробная. Кстати, посмотри, хорошо. Вот эти plantation shutters, да, это дорогие, очень да. дорогие жалюзи. Очень удобные, мне нравятся, вот так они легко угу. закрываются вообще. Да. Двери, видишь, они оригинальные, угу, старые, покрасили. Они покрасили двери, и получается хорошо. Здесь мы как-то немножко, да, ушли, ну ушли, ладно, так, да. Уж, так уж здесь получается. У нас получается санузел полный, ага, так, для душевая, этой, для, кстати, да, этот санузел, получается, относится к двум угу. спальням, ага, все понятно, и соединяет спальни коридор. Так, а здесь... дай-ка я тут посмотрю, что тут у нас? Кондиционер. Опа. Да, здесь и кондиционер, и полочки. Вот. Кондиционер у них новый. О, это хорошо. Water heater новый. Обогреватель mm-hmm. воды. Вот спаленки такие совсем что как-то небольшие, небольшие, да, да. маловато. Ну, это вот как детская, вот здесь mm-hmm. такая обустроили, mm-hmm. как детская. Mm-hmm. Так. Во многих старых домах, конечно, спаленки небольшие. Это и если из этой спальни делать не детскую, а гостевую спальню, честно говоря, я даже не знаю, ну, если квин здесь... не влезет, я думаю... Кинг не влезет, да. Но квин должна, да. Должна маловато, маловато спаленка. Угу.
Так, кстати, такого же размера. Да, 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 да. Так, из гостиной. Давай мы попробуем найти кухню. Так, кухня, кухня. Конечно, планировка старых домов, да, она как бы, ну, понятно. Закрытая планировка. А, здесь получается закрытая кухня, угу. Да. И небольшая. Ну, для многих это плюс, закрытая планировка. Многие любят кухню отдельно. Мы да, знаем я, таких людей я люблю, даже. Конечно. Открытую я открытую тоже, планировку. Я согласна. И причем, смотри, здесь опущен потолок. Да. Очень классно вот это вот, окошко, но очень маленькие кухонные кабинеты, и их уже как бы даже... Ну, не поднимешь, не да, поднимешь. Все, здесь уже даже если менять. Все. Я согласна. Вот, так что... Многим так нравится, наоборот. Вот напишите в комментариях, кому так нравится, потому что я знаю, что есть такие люди. Ну, друзья, опять-таки... В этом районе дома, во-первых, чем они моложе, да, то есть на юге от вот этого дома, тоже доктор Филлипс, там уже дома миллионники, угу. Да, они поновее, большие, с открытой планировкой, ну. Так есть, такова сейчас реалия. Ух ты, а давай мы потом, да, давай мы показали, там вид очень классный. Очень хочу. Я сама да. Гольфист, ага. Меня тянет на гольф. Так, вот здесь я хочу сказать, у нас плита, значит, электрическая, да, встроенная. Да, плита это электрическая. Плюс. Вот здесь вот духовой шкаф. Кстати, так. Такой небольшой. Угу. Ну, ничего. Посудомоечная, ну, все есть, нормально, все на месте. Да. Вот, правда, видишь, микроволновка вот так вот отдельно стоит. Угу. Хорошо. Ее можно, в принципе, повесить на плиту. Ну, вот здесь обеденный здесь стол у нас, большой. Да, тоже. Столовая зона, да, туда да. Мы выйдем попозже, да. Это закрытая такая веранда, очень симпатичная, кстати. Да, кстати. Смотрится хорошо. И у нас получается хозяйская спальня. О, вот оно, она вот уже это, хотя вот это бы большая, побольше. Да, да. Вот это большая. Здесь уже действительно много места, и потолки уже высокие. И потолок высокий. Угу. И здесь хозяйская ванная комната. Получается так. Две гардеробных, да? Да, здесь, тут уже я себя не спрячу, вещи, извините. Да, мы не будем открывать, ну, в общем, две гардеробные. Здесь видно, что был какой-то ремонт сделан, поменены шкафчики. Кстати, ну... Вот оригинальные. Оригинальные, вот да? Это, да. Они или поменяли дверцы. Мне кажется, вот это они поменяли, вот это. Или деревянные. Они обшили старые да, дверцы. Да, да, да. Ну, смотри, в старых домах сейчас уже выше стойки. Делают. Ну, это видно, что это оригинальное, да-да-да. Так, а здесь что у нас? Еще один шкаф получается. Шкафу себе. Что? Да. Одежда. Ну, в общем, тоже, это, да, да, это получается гардеробная. Три шкафчика. А там что? И небольшая такая душевая, можно заглянуть. А, точно, точно, да-да-да, душевая здесь тоже есть. Душевая. Так, ванная-то какая, смотри. Тоже, это что, акрил, тоже, да? Да, это акрил, тоже как бы, мне кажется, это оригинальная. Оригинальная. А давай скажем про вот этот цвет, как он называется? Skylight. Skylight, честно, да, точно, говоря, Skylight. Skylight, но я не знаю, как... А смотри, это тоже гардеробная, да, вот здесь? Это должно, да, я не очень хотела открывать. Да, здесь тоже, тоже гардеробная. Да? Получается, интересно, три шкафа. Да. Три гардеробных. Так, да, спальня здесь очень приятная. А сейчас мы выходим, здесь получается вот такая вот веранда под сеткой. О, они так уютненько сделали, очень смотри, лампочки да. На потолке. Барная стоечка, барная телевизор. Стойка, прикольно. Холодильничек такой даже, маленький, смотри. Интересно, ой, он остается? Да. Ой, осторожно. А, так тут ничего себе. Напитки спиртные. И там тоже для вина точно, точно. Очень уютная веранда. Ага. Слушай, да. Хорошо. Очень уютненькая веранда. Видно гольф-поле. Так. О-о-о. Ух ты, вот красиво. Смотри, какие красивые старые деревья. Это чем и славится этот район. Ой, как красиво. Сегодня погода классная. Смотри, какие облачка красивые.
Обычно я смотрю на дома со стороны гольф-поля, когда играю в гольф. Да, сегодня да. смотрю наоборот, на гольфистов. Пока я никого не вижу. Да, по домам сидят пока. Так, а что у нас тут тоже так, такой небольшой островок отдохнуть? Да, друзья, здесь пожарить, бассейна барбекю. В доме нет, но есть бассейн в соседстве. И бассейн, и теннисные корты мы проедем, посмотрим. Угу. То есть все для жизни здесь не обязательно, но есть место, где можно поставить бассейн. Опять-таки, я говорила, что 0,23 акра. А вот смотри, у соседей... Там гамак, так что вот дерево точно вот это к ним относится. А вот у следующих соседей там бассейн уже будет. Ага, да, кстати, да. Там у них вот тень, а тут вот у нас солнышко. Рассаду можно посадить. Не, ну классно, мне нравится, что есть вот... Уютный дом. Такой... Опять-таки район, друзья, очень дорогой, поэтому недвижимость здесь не дешевая, и очень сложно найти что-то в какой-то хорошей ценовой категории. Согласна. Нет, 550 я считаю, что он вполне стоит. Мне кажется, он в хорошем состоянии. Состояние отличное, да, такой ремонт уже смотреть. Так. Hey Chris, thank you so much, and I'll see you. You as well. Thanks. О, вот это мы не посмотрели. Да, точно, точно. Извините, вот здесь пожалуйста. Как раз стоит водонагреватель, он новый. Посмотри, хорошее состояние. Колесос. Стиральная и сушильная машина и гараж на две машины. Так, давайте в гараж зайдем, что-то у нас интересно, интересно. Ух ты, много вещей. На две машины. Угу. Ну все. А теперь мы выходим. Оп, more people. Good luck. Что, друзья, дом, в принципе, мне понравился. Он такой очень уютный, очень классный комьюнити. Мы сейчас проедем, посмотрим общественное как бы, достояние комьюнити с бассейном, где можно проводить разного типа активити. Покажем вам сам комьюнити. Естественно, дома здесь выходят на продажу и уходят с продажи. В этой ценовой категории... Тоже могут быть другие дома, может быть, и побольше. Вот, ну, это как бы зависит все от рынка. Ну что ж, друзья, спасибо большое, что вы с нами. Спасибо, что вы с нами прошли по этому дому. Мы очень благодарны, когда вы ставите любые комментарии, и положительные, и отрицательные. Нам есть чему тоже что-то исправить в наших обзорах. Оставайтесь с нами. Мы сейчас закончили с одним open house и проедем... Посмотрим еще один, в котором будет бассейн, тоже интересно. Друзья, сейчас мы подъехали, в этом же комьюнити мы подъехали к клабхаусу, мы посмотрим бассейн. Здесь также мы посмотрим, покажем вам теннисные площадки есть, баскетбольная площадка, детская игровая. В общем, место, где вы с семьей можете провести свое время в течение дня. Здесь у нас как раз клабхаус. Проходите. Так. Вау. Здесь можно арендовать эту комнату для мероприятий. Есть фитнес-комната. Смотри, какой большой зал. Ничего себе, сколько много места. Так, зал, тренажерный зал. Давайте посмотрим. О, можно даже зайти. Ух ты. Ну, небольшой, но небольшой, все есть, но все есть да? С видом на озеро. Кстати, да, в этом соседстве как раз вот это огромное озеро, есть выход публичный, пирс. Вау, да, посмотрите, мы сейчас туда пройдем, очень красиво. Так, далее идем. Проходим.
закрыть здесь. Туалеты, да? Раздевалки. Да, раздевалки, туалеты. На самом деле, да, это для женщин. Мы правильно зашли. Там для мужчин. Ага. Так. Какой каминный зал. Сейчас мы его покажем. Так. У нас получается бассейн с очень красивым видом. Народу немного, хорошо. Здесь же на шортер нельзя сдавать, нет, да? Нет, да, его. Здесь нельзя сдавать, ты совершенно права. Вау. Вид, конечно, на вот миллион. Вот есть, да, дома, видишь, уже со своими пирсами. Так, давайте покажем. О, ничего себе, волейбольная есть площадка. Ну, да? Эти дома, конечно, уже будут стоить не один миллион. Да, не один, я тоже думаю. Давайте приблизим, посмотрим. Волейбольная, видишь, площадка песчаная. Так, вот они, пирсы. Красивое озеро. Да. Там вдалеке даже вот лодка стоит. А, да, точно, точно. Сейчас приближу. Да, классно. Вау. Вид шикарный. Заставка на Windows новая. Слушай, ну очень приятно здесь. Давай пройдем, посмотрим теннисные корты. Там вот находится детская площадка. Да-да-да, видно. Есть беседка. Здесь также есть беседки, место для пикника. Вот, вот, пожалуйста, одна. И сейчас вторую покажем. Так, вот детская площадка. И теннисные корты. А вот там, по-моему, баскетбольная площадка. Так, вот здесь в теньке можно посидеть, беседка тоже. Вот теннисные корты. И сквош. Посмотрите тоже. В общем, есть все. Любой вид досуга. Вот для детей даже есть такая спа-ванночка. Ну что ж, друзья, спасибо большое, что вы нас смотрите. Нам это очень приятно. А мы сейчас с Юлей поедем в другой Open House. Пока-пока.